Всем добрый вечер. Я уже не раз снимал видео про палки. Ну вот, такая ситуация. Я уже снимал видео, что в апреле я сломал палку. Вот, палку. RS Lite STK. Я ее сделал, эту палку. Вот, но когда я ее сломал, я сразу подумал, я даже не хотел восстанавливать, потому что она в жмых была. Я подумал о покупке новых. Я перелистал там все наши интернет-магазины. Вот, и выбрал себе палки такие же СТК, палки СТК, вот я их заказал, оплатил интернет-заказ, они у меня были в Нижнем Новгороде, вот, и вот только вчера я был в Нижнем Новгороде на соревнованиях и привез эти палки, вот, эти палки я еще не видел, кстати, очень похожи на One Way, прям One Way такой же примерно расцветка, в общем, я заказал их 1,60 м, я созванивался с магазином, с ними списывался, как же они меряют эти палки, вот, будут ли мне их хватать, не будет. Они один мне одно говорил, другой другое, третий, так я не добился. Заказал 1,60 м. Что могу сказать про эти палки? Вот есть скрепка такая. Вот. Скрепка. Они указаны. Палки лыж. Лыжные STK RS Race Sport. 100% карбон. Деколь New. Деколь. Ю размер 103-175. Это размер 160. И цена у них 1756 рублей. 10.04. Ценник был сменен. Вот, то есть, я даже списывался, это Поволжский спорт магазин. Там у меня есть знакомые работают. Я говорю, может, еще скидочку что-то. Они говорят, нет, не можем нисколько скинуть. Такие палки уже отпускная цена стоит за 2000. Вот. Ну вот, что могу сказать про палки. Палки вот, как вот Аванти были. Вот. Вот они гладкие. Так и эти палки тоже гладкие, только они матовые. Вот. Вот RS Lite, палки, которые я сломал, палку, она вот этими кольцами, какими-то непонятными, которые все в жмых у меня уперлись. В жмых. Вот тут деколь наклеена уже. Вот, они все какие-то кольцами. Вот мне не понравилось это кольцами. Но тогда выбора другого не было. Аванти не было. Вот, я взял вот эти палки, но тоже выбора не было, взял их. Вот написано СТК, карбон 100%. Спорт, RS Race Sport, вот, что вообще палки понравились, только вот мне кажется по легкости, вот, эти-то полегче будут чуть-чуть, но они, в общем-то, и покороче, вот, дальше идем, что не понравилось, несущественно, приклеен термоклеем, вот остатки клея есть здесь везде, вот здесь вот есть остатки клея, на опоре тоже есть остатки клея, вот, на термоклее они, короче, клеенные. Ну, это несущественно, но все равно недостаток есть. Вот он есть. Вот я хочу его показать. Потом, ручки остались те же самые. Пробка стирается, если кататься в варежках. Пробка стирается, в общем-то, быстро. Темляк, по сравнению с тем, что был, вот у меня вот на этих палках. Другие темляки все шиты, перешиты. А тут свикский вообще темляк. Это вообще, не знаю, спортмастер темляк. Вот. Эти уже они... Как-то вот, в отличие, я помню, какие были. Они у меня есть, стоят на палках других. Он как-то пошире. Вот у него вот эта вот сама застежка пошире. Вот, ну, в общем-то, сколько проходит. Вот эта штучка резинка, у того не было резинки. Вот, вот такие палки, в общем-то. Вот. Опора обычная, как у тех палок. Только нет такой же величины, не поменьше опора, вот. Теперь про промеры. Я всегда считал, и меня учили, что палки меряются, берется палка, вот, и она меряется от опоры, вот от начала, от стыкания снега и по выходу темляка. Вот. Поэтому я эти палки-то и 1,60 м, 1,60 м, я у них спрашивал, как, чего, в общем, толком мне никто не сказал. Вот сколько же эта палка у меня, допустим. Я ее, эту палку, обрезал уже два раза, то есть они резные, перерезные. Вот до выхода темляка у меня... 153,5 сантиметра. Вот. Сколько же тут раз на заявленном 1,60 м? Вот. Вообще-то так легкая палка. Вот они заявлены 1,60 м. Какая же длина у них берется 1,60 м? Просто мне уже интересно, потому что все палки меряются по-разному. Вот 1,56 м. То есть 1,60 м она. Это или вот от начала опоры. От начала опоры без острия и вот до самого конца палки. Или же, ну, от острия будет меньше.
от 3 до 2 сантиметра. То есть, значит, она 1,60 м меряется палка. Это вот как раз от опоры и до самой крайней ее точки. Вот. А по моим меркам она вот будет 155,5. Вот. Ну, хотя у меня 155 ёбка или 154, наверное, ёбка. А вот эти у меня были 152. Ну вот, значит, придется мне их резать. Эти палки я обрежу. Вот. Обрежу, сделаю. Ну, палочки такие чусенькие. Посмотрим, сколько прослужит. Вот. В общем, вот такое вот небольшое сравнение. В общем, палки мне понравились, в отличие вот от этих палок. Вот от этих. Эти мне чуть не очень не зашли. Послужили мне очень недолго. Это прям такая красивая расцветка. Красивый дизайн. Вот. Вот. Сейчас я их уберу. Нет, я их обрежу, а может обрезать не буду. Уберу. Вот такие палки, в общем-то, советовать никому не буду. Но из того, что есть сейчас на рынке, это самая дешевая модель. Вот я еще урвал, я говорю, 1756. Сейчас она, наверное, дороже. Их вообще сейчас в продаже. Там остались какие-то остатки. Даже заходил на завод. Это, их нету, таких палок. Вот, так что занимайтесь спортом, хоть и лето, а лыжи я не забываю. Вот. Хотел еще поменять опоры на них. Опоры. Я вот на эти поменял опоры. Такие, чтобы снег не налипал. Вот. Может, поменяю опоры. Тоже вот сделаю вот такие же у меня есть. Такие же у меня есть и черные, и серые. Сделаю и буду бегать. Вот теперь у меня палки. У меня еще запасной комплект. Вот. И они, мне кажется, нет, диаметр такой же точно, самый диаметр. Вот. Ну, всем пока, занимайтесь спортом. О палках пишусь, но уже зимой. Как они поведут себя, как будут бегать.